Девчонки, что этот узор берет много пряжи. Вот бы теперь уложиться. У меня только 5 мотков. Вот изнанка. Здесь много вытянутых петель. Два ряда идет в рапорте. Спущенные петли здесь как цепочка. Ну, ничего, девчонки. Можно дозаказать будет моточек. Вот такое. Пока меня все устраивает. Пока нужно вязать быстро-быстро, пока вдохновение не отпустило. Здесь у меня помощник. Сын собирает портфель, бросил здесь. А Гарри здесь наблюдает, чтобы влезть. Может освободиться. Гарри, Гарри, скажи девчонкам привет. Всем привет. Да? Не хочет вам говорить привет. Он отдыхает. А я вяжу. Ну, привет вам может сказать Назар. Всем привет. Всем привет. Завтра в школу? Да. Задоволенный? Угу. Ура. Ура. Завтра в школу. Угу. Завтра музыка у тебя. Не забудешь? Угу. Нужно повторить сейчас гаммы эти все, чтобы у нас было все хорошо. Да? Угу. Ну, хорошо. Давай, дособирай портфель, а то ты бросил, кот уже на чеку хочет... Хочет попасть в твой портфель. Ну так, а что ты ее не донес, бросил здесь. Давай, закрывай. И в коридор на... И в коридор на стуль, на диван. На выход, скажем так. Все, девчонки, Гарри спать. Я вязать и смотреть телевизор. Сегодня не хочу смотреть YouTube, отдохну. Сын хочет посмотреть, он целый день на улице гулял. Потом учил уроки, теперь я ему говорю, иди смотри компьютер, а я ставлю телефон на зарядку и буду смотреть сейчас «Танцы со звездами». У нас такой проект. И вязать, вязать, вязать. Кто не вяжет, тот не распускает, девчонки. Да, это про нас. Не нравится мне то, что происходит. Я взяла спицы большего размера, перешла, и мне не понравился узор. Еще мне не понравилась резинка, нужно было связать на спицах меньшего размера. И я безжалостно решила распустить. Долго ли умеючи, как говорится. Вот, девчонки, начала распуск.
У меня вечер. Мне нравится больше узор, связан меньшим размером спиц. Это уже я вязала на 4,5 вверху. Мне не нравится фактурность узора. Он более такой объемный. Такого я не хотела. Так как пряжа светлая, и мне лишний объем не нужен, чтобы не полнило. Вот такой, девчонки, у меня нежданчик, неожиданчик. Так вдохновилась, так вязала, сколько провязала, и распускаю. Ну что, девчонки, вот что осталось у меня от моего свитера-джемпера. Стала я распускать узор. Потом я смотрю, как будто бы мне грубоватая резинка. Решила распустить, девчонки, резинку, добавить немножко петель, чтобы как посвободнее, не очень в обтяжечку было. И связать резинку на спицах меньшего размера. Вот такое у меня пришла мысль. Хорошо, что немножко я провязала, смотала все моточек. Вот у меня получается, я вязала в воскресенье. Сегодня у меня понедельник. Вся работа пошла на смарку. Но ничего, я не отчаиваюсь, девчонки. Что ли нам распускать? Долго ли умеючи? Вязать не? Распускать не вязать. Распусти, начну сначала. Меня не пугают распуски. Я, девчонки, это я здесь отсвечивает. Ходила, не знаю, где мне приспособиться. Уже вечер, в комнате муж с сыном смотрят. Муж смотрит телевизор, сын учит уроки. На кухне темновато. Пошла в спальню, думаю, сниму. В спальне покажу девчонкам, что у меня да как, потому что долго будет теперь продвигаться процесс. Ну, как бы, в том плане, что показывала одно, а потом через время покажу на такой же самой стадии, покажу, что я его перевязывала. Но ничего, так вот. Как относитесь к распускам, девчонки? Я отношусь положительно. Самое главное, чтобы потом был хороший результат, конечно, который нам нравится, чтобы все нас устраивало. Так что распускаю без сожаления. Я могу распустить и готовые изделия, если мне что-то не нравится. У меня, девчонки, тоже лежит свитер один. Я сейчас вам, наверное, попробую его показать. Сейчас дорассказываю и найду. У меня не нравится в нем цвет. Но я думаю, а что, если его распустить, подмешать туда ниточку похожего цвета, чтобы она скрыла основной цвет. Но сейчас найду и покажу. Так что на этом этапе вот такой у меня свитер-джемпер. Его уже нет. Сейчас разматываю и буду начинать сначала. Наверное, сегодня я начну, наперю резинку. Сейчас у меня еще 7:30 вечера, время есть. Возможно, я сегодня свяжу еще резиночку. Приспосабливаюсь, где только можно приспособиться. Вот такой, девчонки, у меня джемпер. Я его не одевала ни разу. Я его буду распускать. Это к тому, что я ни капельки не боюсь распуска. Вязала я его 4 года назад, девчонки. Так он у меня лежит. Он связался, в принципе, удачно. Шивным регланом я его вязала. Узор такой мне. Очень люблю этот узор. Он, мне кажется, универсальным. И на шапке, и на джемпера, на свитера. Но цвет у него, конечно, он у вас еще передается и красивый. Он немножко в жизни поярче, но он очень некрасивый. Он не горчится. Он или... Я не могу его характеризовать, какой он. Жухлый какой-то лист, такой разбеленный, но некрасивый, девчонки, цвет. Вот такой у меня джемпер с резиночкой. Один на рукавчике тоже, то же самое. Я теперь хочу его распустить. Нитка вот здесь хорошая, нитка здесь Ланоса какая-то, я точно помню. Покупала в интернет-магазине на распродаже. Но вы сами знаете, как покупать в интернет-магазине настройки монитора. Там на мониторе был цвет такой, как терракот. И я захотела себе осенне-зимний такой связать джемпер-свитерок такого цвета. И я заказала эту пряжу. Но когда я уже пришла,
Я расстроилась, девчонки, начала вязать. Думаю, будет на работу носить тепленький халат сверху одену и нормально. Но я его ни разу и не одевала, но не нравится мне цвет. И не очень мне даже и девчонки идет. Не мой цветотип, я в нем бледная. Мне идут, хотя мне идут яркие цвета и приглушенные такие пастельные, но этот не совсем не идет. Теперь, девчонки, думаю. А что, если добавить в него, ну, для меня основным в качестве подмота идет Lana Gold 800. Нужно посмотреть подходящий по цвету ниточку. А можно немножко контрастную, можно терракот добавить или желтую. Ну, что-то, девчонки, буду смотреть, вот, как вариант. И перевяжу этот свитер, джемпер. Пряжа мягкая-мягкая, девочки, мягкая-мягусенькая. И он постиран. Кончик я, естественно, не заправляла, потому что я не носила его. Вот еще и кончик у меня. Нитка ушла у меня вся. Здесь у меня 5 мотков. Но буду перевязывать. Наверное, свяжу регланом сверху. И такой, чтобы был мне свитерок на работу тепленький, полуоблегающий такой, типа водолазки, но узор не знаю, узор какой буду. Что-то хочется тоже простенькое, простенькое. Может, свяжу жемчужкой, простой-простой. Вот я на такой пряже вижу, на пряже такого цвета, вижу простые узоры, жемчужный, рис, английскую резинку, вот этот узор. Не знаю, он еще красиво смотрится на обратной стороне. Ну, все его знают, девчонки. Старый добрый наш узор. Якобы, скажем так, из СССР. Вот такой он и на этой стороне красивый. Я ей много вязала. Мне он очень нравится. Так что буду распускать свое сие произведение искусства, ни разу не одевшее. И буду что-то перевязывать. Вот. Так что я абсолютно ровно отношусь к перевязыванию, к распуску. Самое главное, чтобы потом был у нас хороший результат, который мы хотим. Вот такие вот, девчонки, у меня дела вязальные, дела вечерние. На это оставлю на какой-то на потом. Сначала буду заниматься сейчас своим джемпером-свитером, что распустила, наберу резинку и буду вязать. Наша песня хороша. Начинай сначала. Начинаю. Снова мой джемпер-свитер. Но ничего, это меня не расстраивает, не омрачает. Сейчас быстренько свяжу резинку. Взяла процесс на работу, продвигать ее. И буду вязать, девчонки, пока отложу мотивы. И буду вязать, а то анонсировала, начала вязать, и теперь показываю снова наборный ряд. Ну, девчонки, так оно есть. Думаю, не только у меня. Делюсь с вами, что происходит, как происходит в моей жизни и вязании. На данном этапе распуск. И начнем сначала. Всем легких петелек, девчонки. Не бойтесь распускать, не бойтесь начинать, не бойтесь начинать что-то новое. Все у нас и у вас получится. Нанесла масочку, искала, закончились у меня все масочки тканевые, пока возможности не попаду в магазин. Пересмотрела, что срок годности у меня позаканчивалось, девчонки, повыбрасывала некоторые, потому что давно уже не покупаю ничего, на косметической голодовке нахожусь. Ну, нанесла, это у меня ночная, но я нанесла днем. Неплохая, очень и очень хорошая, я уже вам о ней рассказывала, недорогая, белорусская. Фирмы Vitex, эта серия очень хорошая, очень отличный у них тоник. Присмотритесь, недорогая и очень качественная. И еще, девчонки, зима на носу. Я зимой пользуюсь таким кремом от Yves Rocher Pure Camille. У меня она была, упала, баночка побилась. Очень хороший. Я после душа наношу крем на лицо на ночь. Очень хороший, присмотритесь, его можно на все тело, отличнейший. Но, девчонки, не знаю, как цена,
Беру только по акции. Ну, наверное, все подорожало уже. Не только и в Роше, и Арифлейм, и все остальные компании, и Фаберлик. Так что присмотритесь. Если есть акция, бывает акция 2 по цене одного, тогда я покупаю с кем-то еще напополам. Там на тушь. Вот хороший. На зиму особенно. И даже тем, у кого сухая кожа, отличный вариант. Бюджетный, хороший объем, 125 мл. Надолго хватает. Нет аллергии, нет покраснений, шелушений. Кожа не печет. Крем отличнейший, девчоночки. И в Роше Пюр Кальмиль. Это не реклама, просто мой опыт. Купила сегодня, девчонки, вот такую хризантемку. Дубочки. На них говорят еще. Но с хризантемы мелкие. Земля у меня была. Хочу пересадить в этот горшок, что у меня был на улице. Были у меня петунии в нем росли. Теперь хочу ей пересадить сюда эту хризантему. Пусть она постоит, но не знаю. Девочка, знакомая цветочного магазина, говорит, что лучше и на улице будет. Ну, попробуем, девчонки, проведем эксперимент. Пусть поживет в квартире. Мне нужно в квартире что-то радоваться. Смотрела отрывочек видео психолога. Она рассказывала про осеннюю депрессию. У многих осенняя депрессия. И у нее спрашивали интервью. Она говорит, депрессию хорошо лечит желтый цвет. Если у вас депрессивное состояние, радуйте себя желтыми цветами, одевайте желтые одежды, желтый цвет в одежде, пейте чай или кофе с желтой кружечки, посуду берите желтую, все обставьте желтым цветом. Это оно имеет терапевтическое действие на нашу психику. Желтый цвет. Желтый цвет – цвет радости, богатства, достатка. Вот люблю я желтый цвет. Хотя многие считают цветы, ну, это такой стереотип более Советского Союза, желтые цветы разлуки или кто что придумает, но я очень люблю желтые цветы. Ну, красиво же, да, девчонки? Пусть осенняя депрессия никогда вам будет незнакома. А когда вам станет скучно, грустно или уныло, радуйте себя желтыми цветами, желтыми одеждами, хорошим настроением, любимым хобби. Всем мира, добра, благополучия. До скорых и новых встреч. Всем пока-пока.